собой.
нас это вернем в вариации. Значит, в принципе, все, ты играешь очень все неплохо. Мы сейчас про тебя сплетничали с Юлией Германовной 15 минут, пока ты играл. Значит, сейчас ты очень естественно стоишь. Очень красиво и естественно стоишь. Опусти руки. То есть, ну что, возьми вот так, как я говорю, просто в кулачке. Просто спокойно опусти руки. И тоже вот почувствуй, что ты абсолютно свободна. Вот ножки, смотри, как я ножки держу. Что у меня с ножками? Вот, чуть-чуть. И у меня даже носочки немножко сейчас больше развернуты. Вот, и теперь вот это ощущение свободы. Вот когда сейчас я буду давать скрипку, постарайся не вцепиться в нее шеей и головой, а просто положить это все. Свою голову и скрипку. Положи так, чтобы она у тебя... Во, во. Вот сейчас ты очень хорошо стоишь. Дай-ка мне скрипку твою, Влад. Потому что мне кажется, да даже без моста все равно сейчас. Просто мне кажется, что когда ты играешь, у тебя в воде все должно очень сильно уставать. Потому что ты все время немножечко давишь на нее. Да, вот у тебя нужно в первую очередь вот это ощущение, сколько нужно давить. Ты делаешь вот так вот очень сильно и глубоко ее туда вдавливаешь себе в тело. Постарайся этого не делать, все нормально. Вот сейчас очень хорошо стоишь еще раз. Вот это тебе надо просто внутренне как-то запомнить вот это ощущение, сколько нужно нажимать. Так же, как и вправо, и влево. Вот ты бери, я не знаю, как куда тебе все приладить. Вот, это очень хорошо. Вот очень хорошо ты сейчас держишь. Более или менее. Про подбородник, про мосты, я не могу вам точно все сказать. Это потому что сегодня это сложная такая. А знаете, причина в том, что у нас нет таких материальных возможностей, чтобы купить другое и поменять, а они же дешевые. Здесь у тебя тоже очень все неплохо. Про вибрацию мы поговорим. Вот здесь я тебе уже сказал, да, вот то, что мы занимались. Мне кажется, у тебя чуть-чуть жесткий вот этот. Какой палец? Большой. Большой. Вот чуть-чуть бы его мягче. То есть вот все то же ощущение, вот возьми трость. Ощущение такое, что я просто свободно его держу. Вот у меня он свободный, и я его абсолютно, он у меня лежит естественно в руке. Вот, вот ну возьми чуть-чуть, вот сюда, конечно. Вот, и также и большой палец, смотри, он у меня просто спокойно вот держит свою кожу, вот эту кожицу. Вот. Крутим так и крутим так. Свободно. И ничего, как только ты сейчас начнешь его, ты начинаешь играть вот так. Ферштейн? Ферштейн. Вот. Надо говорить, я вот. Хорошо? Вот это первая задача. И вот здесь у тебя тоже будет вот это движение. Вот движение... И сразу этим локтем делаю вот это движение. Смотри. И сразу возвращаю его. Раз, и вернул. Повернул вот это движение, которое называется, как это называется? Взмах. Полетает у нас. Какие собаки? Собаки не летают. Что я сказал? Собаки. О, какие собаки? Летающие собаки. А? То есть как взмах крыла. А у тебя немножечко, смотри, у тебя немножечко низкий локоть. Вот, потому что, вот смотри, делай так. Раз, два, три. Раз, два. Только кисть у тебя тоже делает. Раз. Я немножко прогнул. Видишь ее кисть? Вот чуть-чуть. А потом я поднял. У нас все, в общем, все в миллиметрах. То есть вот если радикально сделаешь много, будет глупо. Не сделаешь, будет тяжело. То есть вот эти у каждого свое. Поэтому если можно сделать, когда опять видишь, что ты завалила палец. На мизинец опирайся, на мизинец. Спокойно, на мизинец. Чуть-чуть выше локоть. Локоть пошел вниз. Вот как бы ты берешь раз. Два. А кисть тоже взяла. Раз. И взмахнула в конце. О! Во!
Теперь ты просто сажаешь его. Садил и вернула. И вернула. Вернула. Делай. Только я не делаю вот такой этой рукой. Не делаю ничего. Я просто спокойно. И. Ты укорачивай движение. У тебя тяжелый локоть. Варя, вот. Завтра позанимаемся этим, потому что здесь пиши про локоть что-нибудь. Вот так. Не понятно. Ну только я беру ближе к обмотке вот сюда, потому что там перевесит. Нет, смычок. Во. Сопо, пиши. А что сказать, пишите? Про локоть. Про локоть. Выше локоть. Ну просто здесь опять, здесь какой-то известный этюд у Донта. Какой-то такой... Вот эту... Вот это, на эту отработку. На... Да, играли. На... Но у нее все вот жестковато это звучит. Давай, это мы сегодня, может быть, завтра посмотрим, с самого начала. А Донта будет? Он именно вот вниз. Ну сначала давай. Резолюта что значит? Крещение. Точно. А у тебя пиано и сумасшедшая крещендо. Да? Фермата что значит? Вот как бы чуть-чуть театральнее. На понтах. Что такое на понтах? Влада. Понтова. Она была понтовая девчонка. Знаете такие слова? Ну, я-то знаю. Нет, да нет. Валя. Ну, мы на этом жаргоне не разговариваем. Ну, вот, да, я могу. Ну нет, ну вот как будто как вот, вот она была играть с понтом. Играть с понтом. А? Чесвей. Чрезмерно. Чесвей, если не бывает. А что такое? Что такое чесвей? Что такое чесвей? Сыновья, я говорю, чесвей у тебя мама. Супер, супер. Чувство собственной важности. А. Даже да, можно чесвей. Но чувство собственного. Ну да, можно, хорошее. Чесвей. Годится. Теперь смотри, вот это сыграй мне. Просто ляна. Опять рука. У меня рука вот двигается. Вся вот отсюда. И вот туда. Двигай. И не опять передавила пальцем сюда. Ты сейчас пищишь, дерешь и скрябаешь. Во, во. Рита, что значит? Давай еще раз сыграем сначала.
Значит, немножко посидим. Акустические законы, и а потом ускорять, и сразу взять отсюда. Понимаете, вот чисто художественно, на одну секунду позже. А потом надо поймать ноту после этого аккорда, отслушать, потом ее уже завести, потом уже хорошо. Бу! Кульминация.
французским шармом. Что такое шарм? Сейчас на компьютере, на кнопочку. Что такое шарм? Ответ был туда. Ну ты сейчас молодец, пиши, что надо написать. Только правильно пиши. Правильно пиши. Вам нужно везде стартовую скорость, Юлия, убирать. Вот почти у всех у них, даже у моих. И все, они уже ушли вот сюда. То есть звук раскрывать, чтобы он был все время. Пиши, написала? Что делать-то? Ну вот не дергать, или все слитно, или петь, или кантилена. Или смена смычка. Вы знаете, что когда я к вам думаю, тоже прицепилась, потому что они, ну что ж, уже не сыграют. Не сыграть, вот тоже их приучайте к легкому рубату. Вот чтобы вот это было тоже чуть-чуть легато, но легкое рубат. Понимаете, чем другое не очень ритмично. У нас просто Андрей Владимирович, он с вами не работает. Ну вот. Только-только, да? Ну, а вы же будете работать. Мы еще не сыграли. Если получится, то есть вот. Если вы здорово все делаете, вот гибко очень, но если вы еще им поможете вот создать вот эту тоже подушку, им будет легче. Он их еще не знает. Ну ничего, вот хорошо. Ну, заканчиваем сейчас. А сейчас или как? Слово «колодка», Юлия Германовна, я тоже, наверное, не уходил очень жестко к колодке. То есть вот... Она совсем играет вот здесь. Нехороший старт. То есть вот сколько смычка? Сколько смычка? Сколько смычка? Скажите... Самое трудное это сыграть вверх акценты. Вот вниз оно получится, все время хочется дернуть. А вот вверх очень трудно. Опять, я не вешу локтем, я немножечко его делаю вот так. То есть у меня... То есть вот эта атака вверх смычком, она опять готовится, потом я же делаю... Левая рука у меня все время стартует раньше. То есть я взял, посадил первую... Все время левая рука цепляется. Давай. Теперь можешь сыграть немножко все острее и интенсивнее. Вот представь, что у тебя воображаемый смычок. Посмотри. Ля, 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 пам, тим. И я играю. Я не шалю. Я все время думаю правой рукой, как она у меня работает. Сыграй. Импульс, импульс, импульс. Раз. Не, ну только смотри. Опять. Ля, пам. И вот здесь записано. Акцент. Ля, та, ти, та. Вот что я делаю? Ну вот, акцент делаю. Вот акцент плече сделай. Плече сделай акцент такой. Во. Вверх, хилый вверх. Акцент хилый вверх. Все вниз ты ведешь. Туда смычок же ведет. Зачем туда ты ведешь? Ля, па, ти, па.
па-ля. Ну, что, как у макарона у тебя. Вареные макароны на паре. На слово вареные паре. Играем. И пьяно. Спит по печати играет. По печати. Тарам, парам. Чуть-чуть скромное. Ну, сейчас лучше, ну-ка еще раз. Поняла? Импульс, импульс. Открыла, закрыла, открыла, закрыла. И все одинаково. Три, два, раз. Разворачивай. Что такое марш? Марш, когда... Ну, не ходит. А? Как они ходят? Четко, четко, ритмично, импульсно. Ну, у тебя почти получилось. То есть уже, опять же, есть какие-то... Ну, собственно, это какие-то вот оно есть. Вот что еще или хватит? Ну, все надо по времени, да? Сударыня? Да. Мы ты молодец. Ну, я вот буду завтра пытать. Ой, пытайте. Они привыкли к этому. Боже. Серьезно, быстро привыкли. Молодцы, спасибо. Завтра мне сказали, что есть.